Ну вот, замутила я драники картофельные, добавила туда зелень, лучок зеленый, петрушку нашинковала и укропчик. Посолила, поперчила. Когда посолила, естественно, выделилось очень много сока, крахмала картофельного. Я его слила. Но тут еще я добавила муки полстакана. Получилось замечательно. И плюс 4 яйца. Разбила. Все это давай перемешала. Вот. Жарим, парим, варим. Что вам еще сказать? О, красота. Цветочки зацвели. Ой, опять Кировский не видно. Опять газ, туман. Дома еще. Потому что, ну, от печек. Там еле-еле видно солнце. Так, еще. Так, это борщ. О.